Черное золото мира. Один из самых ценных и значимых природных ресурсов – нефть. О том, какова ее роль в современном мире, известно каждому человеку. Упоминание о ней было во многих древних рукописях и книгах. Факты о ее добыче и использовании еще в 5-6 тысячелетиях до нашей эры установлены и доказаны многими археологами. Согласно этим фактам, сегодня нам известно, что наиболее древние нефтяные промыслы были на берегах Евфрата, в Керчи и в китайской провинции Сычуань. В разных странах ее называли по-разному, однако большинство названий в переводе на русский язык означает «земляное» или «горное масло». Что касается современного термина «нефть», он произошел от слова «нафата», что в переводе с языка народов Малой Азии означает «просачиваться». Своими нефтяными залежами известен во всем мире Апшеронский полуостров. Еще в первые века нашей эры население, проживающее здесь, имело представление об этом ценном ресурсе и о способах его использования. О том, как очищали нефть от плохого запаха и как делали ее пригодной для лечения, писал еще в 8 веке географ Ибн Бикран. Свидетелем ее добычи стал и Марко Поло, когда в 1264 году путешествовал через Баку в Персию. Итальянский путешественник писал тогда об увиденных здесь огромных прудах, наполненных нефтью, которыми можно было бы заполнить 100 судов. Азербайджан издавна известен как родина нефти, страна огней. В основном многие путешественники, которые побывали в этом регионе, описывали естественное извержение углеводородов вокруг Баку, а также использование нефти местным населением и экспорт нефти из Баку. Арабские путешественники и ученые Ибн Бикран, позже Абдур-Рашид Бакуви, европейцы Марко Поло, турецкие путешественники Ахмед Челеби, все в разные периоды времени описывали, в принципе, схожую картину. На протяжении всего Средневековья нефть использовалась в некоторых количествах, она добывалась здесь, она была, в принципе, выходила на поверхность, особенно в районе Палаханов и Сураханы. Когда мы говорим «нефть», одно из предыдущих названий нефти – это горное масло. Это горное масло использовалось как смазывающий материал для смазки повозок и телег. Также нефть широко использовалась при судостроении. Ею покрывали днище деревянных лодок для защиты от влаги и гниения. Широкое распространение на Апшероне нефть получила в строительном бизнесе. Мы все знаем, что вплоть до недавнего времени крыши апшеронских домов покрывали нефтяным битумом, киром. Также в средние века широкое распространение нефть получило в военном деле. Горящую нефть сливали с крепостей на голову осаждающих крепость врагов. Лучники использовали горящие стрелы, пропитанные нефтью, когда стреляли во врагов. Очень интересный факт, что в средние века также использовали специальные гранаты, наполненные нефтью. Эти гранаты назывались гарура. Эти гранаты представляли собой глиняные кувшинчики, заполненные нефтью, которые поджигались и метались во врага. Они являлись прообразом современного коктейля Молотова. Благодаря такому широкому применению нефти в различных областях, она стала использоваться не только на Апшероне, но и во всем регионе, и она вывозилась отсюда далеко за пределы Азербайджана. Наиболее славился своими нефтяными колодцами бакинский поселок Балаханы. В 1735 году, согласно свидетельству петербургского академика Лехре, здесь их было около 50. А уже в 1871 году
Балаханах началась промышленная добыча с применением механического способа бурения скважин. Первая скважина, пробуренная здесь, давала 10 тонн нефти в сутки. Но начало добычи черного золота промышленным способом положила скважина, пробуренная в поселке Бибейбет, на основе идей горного инженера и геолога Николая Воскобойникова. Глубина этой скважины составила всего 21 метр. Уникальные скважины есть почти на каждом месторождении. Среди них можно выделить первую скважину, прорытую механическим способом в поселке Балаханы в 1871 году, скважину под номером 5 на Бибейбяте, пробуренную в 1923 году и ставшую первой в мире скважиной на засыпанной территории. Также скважину, находящуюся недалеко от нее, которая, в свою очередь, работает бесперерывно с 1900 года, и скважину 1902 года на острове Пираллаха. Сейчас мы находимся на одном из самых активных грязевых вулканов Азербайджана, на вулкане Лёк-Батан. Именно рядом с ним в 1933 году была пробурена знаменитая скважина под номером 45. Глубина скважины составила 647 метров и давала она 20 тысяч тонн нефти в сутки. Согласно архивным данным, высота фонтана была более 500 метров, а согласно статистическим данным, с этой скважины было добыто 272 648 тонн нефти. На данный момент мы находимся рядом с уникальным гидротехническим сооружением, построенным для очистки пластовых вод братьями Нобель. Значит, в данный момент вы видите очистное сооружение, которое было построено в 1902 году, завершено строительство в 1903 году. Это техническое сооружение предназначено для перевода технической и дождевой воды по Гофсанскому каналу в море, Каспийское море. Но до поступления гидравлического устройства вода очищается, очистное сооружение, осадка идет, нефть очищается, чистая вода переводится по этому туннелю, где это Гофсанский канал, в море. Но что же мы знаем о нефти, кроме того, что это полезное ископаемое, горючее вещество, представляющее собой маслянистую жидкость? С химической точки зрения нефть – это сложная смесь углеводородов с примесью различных соединений, например, серы и азота. И в зависимости от ее присутствия различных ароматических углеводородов, сернистых соединений, она может иметь различный цвет и запах. Образование нефти – процесс весьма и весьма длительный. Он проходит несколько стадий и занимает, по некоторым оценкам, от 50 до 350 миллионов лет. Нефть обнаруживается на глубинах от десятков метров до 5-6 километров. На малых глубинах и при естественных выходах на земную поверхность нефть преобразуется в густую мальту, полутвердый асфальт и другие образования, например, битумные пески и битумы. Наиболее распространенная теория
касательно нефти, это то, что она имеет органическое происхождение, соответственно, органические вещества, они всегда ограничены, то есть они не возобновляются сами по себе. Есть ученые, которые придерживаются другой точки зрения, они считают, что нефть может образоваться в ходе контакта разных веществ в пластах земной коры, допустим, водорода и там разных углеводородных фракций. Помимо обычной черной нефти, существует еще нефть особого сорта, белая. Месторождения этого уникального природного богатства были обнаружены на территории бакинского поселка Сураханы. Аравийский ученый-путешественник Абуль Хасан Масуди, посетив Баку в X веке, так описал здешние нефтяные источники. В Баку добывали несколько видов нефти – белую, желтую и черную. Добытую нефть в кожаных мешках вывозили на верблюдах в Персию, Индию, Сирию и другие страны. А в конце 17 века османский путешественник Эвлия Челеби, увидевший в Баку добычу нефти, описал ее в своих трудах следующими словами. «Бакинская крепость окружена 500 скважинами, из которых добывали нефть белого и черного цвета». Нефть различается по цвету. Бывает она иногда черной, бурого цвета, коричневого цвета, она может быть отдавать красному цвету. Иногда она бывает светлого цвета, довольно редко встречающаяся нефть. Она встречается в некоторых месторождениях в Азербайджане. Она отличается по своему составу. Все же она считается нефтью. Она может быть желтого цвета, немного красноватого цвета, либо она может быть вообще прозрачной. Как правило, это белое по своему составу вещество ввиду своей легкости. Интересным фактом является то, что разный цвет может иметь даже нефть одного и того же месторождения. Так, например, на Сураханском месторождении на глубине 200 метров она прозрачно-белая, на глубине 420 метров ее цвет уже красный, а еще глубже он меняется от коричневого до черного. В Баку масштабная добыча белой нефти была начата при Сабите Оруджеве, члене-корреспонденте Академии наук Азербайджанской ССР, министре газовой промышленности СССР с 1972 по 1981 годы. В период с 1939 по 1942 годы, когда Сабит Оруджев был управляющим трестом Орджоникидзе «Нефть», под его руководством и при непосредственном участии были открыты и введены в промышленную разработку новые месторождения белой сураханской нефти. Знаменитая сураханская белая нефть известна тем, что дает очень высокий выход бензина. По рассказам старожилов этого района, во время Великой Отечественной войны к сураханским скважинам подъезжали автомашины и заправлялись этой нефтью прямо из скважины. Белая нефть получила статус ценного углеводородного сырья, но количество ее добычи мизерно. Ее месторождение можно перечислить буквально на пальцах. Подобную нефть английский геолог Крэг обнаружил на озере Тринидад в Венесуэле и в урочище Кала-де-Рибат в Южном Иране. Другое известное месторождение белой нефти находится в России. Это Уренгойское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Нефть и нефтяная индустрия колоссальным образом изменили облик Баку, а также отразились на всех сферах жизни города. Одна из таких – архитектура. Именно в этот период нефтяные миллионеры начали строительство своих великолепных особняков, которые стали в итоге объединением
гармонией между Востоком и Западом, а также смешением архитектурных стилей. Эта красота передается не только через фасадные детали, но и переносится в интерьеры города, парадных. Мы с вами сейчас будем находиться в доме, в котором раньше располагалось Бакинское нефтяное общество, учрежденное Александром II в период 1874 года. Именно главной целью этого общества было уменьшение конкуренции с американской керосином и развитие местной нефтяной промышленности. В советский период образы качалок и элементы, связанные с нефтью, можно было найти в лепнине. Со временем же оно нашло свое отображение в мозаиках. С нефтью в Азербайджане связано много символик. Одна из ярких и наиболее известных из них – это обелиск руки рабочего, установленный в 1978 году в местности Баку, называемый 20-й участок. Сюжет этого памятника интересен и лаконичен. Обелиск состоит из высокого, расчлененного на три выпуклые части белого столба, в середине которого, в горизонтальном положении, расположена центральная композиция с руками рабочего нефтяника. Из прижатых друг к другу ладоней рабочего просачивается капля нефти, символа богатства Абширонской земли. Говоря об истории нефти, нельзя не упомянуть и сохранившееся старое оборудование, карты и приборы, печи и очистительные установки, ставшие уже музейными экспонатами и еще раз показывающие всю мощь нашей нефтяной промышленности. Нефтяная индустрия Азербайджана имеет много ярких страниц. В большом списке достижений страны в этой сфере мы во многом стали первыми в мире. Это первый нефтяной танкер, первый трубопровод, построение и применение первых цистерн. Впервые в мировой практике в бухте Бибейбет были начаты насыпные работы для разработки нефтяных пластов, находящиеся в толще Каспийского моря. Отдельно нужно отметить уникальный поселок в Каспийском море – нефтяные камни. Немало крупных достижений и в сферах разведки нефтяных месторождений на море и суше, подготовки, использования, транспортировки нефти, газа, конденсата и полученных от них продуктов. Все это входит в деятельность государственной нефтяной компании «СОКАР», которая занимается также разработкой и подготовкой долгосрочных программ по развитию отрасли. Важной вехой в нефтяной истории Азербайджана стал подписанный 20 сентября 1994 года под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева «Контракт века», один из важнейших по своему политическому, экономическому и стратегическому значению контрактов в истории Азербайджана 20 века. Контракт о совместной разработке месторождений Аазари, Чирах и части месторождения Гюнашли,
расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи. В контракте века стоимостью свыше 7 миллиардов долларов участвовали 11 международных компаний, представляющих 7 стран мира. Его подписание и реализация являются ярким доказательством претворения в жизнь верной нефтяной стратегии и стали важной основой для новых достижений, и это означает, что нефтяная история Азербайджана продолжается.